Новый клуб для любителей деловой литературы начал свою работу в Казанском федеральном университете. Данное сообщество поклонников интересных и полезных нон-фикшн книг организовали сотрудники Альма-Матер, вдохновившись популярным молодежным флешмобом, известным всем как Book Challenge. Напомним, Book Challenge набирает обороты по всему миру и призывает современных людей, живущих в состоянии постоянного цейтнота, не забывать о пользе чтения и найти время для любимых книг. Идея заключается в том, что ты читаешь книгу и рассказываешь другим, да, краткий пересказ, то есть основные моменты, выжимку, без воды. И таким образом получается, что ты, послушав другого человека, как будто бы сам эту книжку прочитал. Следующее заседание клуба состоится уже после майских праздников. Присоединиться к клубу любителей нон-фикшн литературы может каждый. У нас есть группа в Фейсбуке, где как раз происходит общение участников, где мы все договариваемся. Но хочу сразу сказать, что мы довольно строго отбираем участников и строго отбираем литературу. Такие у нас правила. Адель Шемилова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз.